у этой модификации. Прям конкретная какая-то специфика по настройкам, потому что, ну, чем меньше я графон ставлю, тем почему-то меньше FPS. Это должно быть обратно. Я не знаю, почему так. Я сейчас надеюсь, что я с болот выйду, и все, как говорится, нормализуется, и все будет нормально, и сможем нормально играть. Потому что сейчас, ну, небольшие потри за время баталии немножко напрягает меня. Хотя вроде как никто не жалуется в комментариях, мол, типа, на картинке все зашибись. Но я надеюсь, что это чисто прерогатива болот. Слишком много здесь деревьев, воды и прочее, так сказать, это гнилой штуки, которая нарушает наш процессор. Так, ладно, здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Найтгвард. Ну что ж, ребята, третья серия, собственно, Чистого неба с OGSM 2.0 Extended. Это финальная серия по болотам. Я тут многое не снимал, потому что решил, что, ну, я сначала подумал, может быть, надо будет это снимать все, если будет интересно. То есть я снимал. Но потом решил не добавлять, потому что неинтересно получилось. Там эти битвы за точки на болотах. Короче, здесь постоянный пресс со стороны, получается, ренегатов. То есть я точки забираю, наши ребята их просирают, постоянный движняк, ну, я не знаю, короче, бесполезная вещь. Мне казалось, что если я точку захвачу, то какое-то время она продержится. Но это ни хера не так. Я вот точку здесь, которая у нас контратака, территория, разрушенная деревня, типа ключевая точка рынка деревни, уже, наверное, раз 5 захватывал и отхватывал, контратаковал. Ага. Спасибо, что помог. Я про это и говорю, я только-только ее отбил. Вот теперь, кстати, там есть проводник, что не может не радовать. Короче, это, ну, такая вещь. Может быть, это чисто такие болота. То есть ренегаты просто прут и все, и прут, и ничего с ним не поделаешь. Может, у других группировок будет немножко получше. Короче, я много вещей не снимал, уже по ключевым точкам пробежался. Если вкратце, во-первых, задействовал баг с калашами, буду с вами честен. Мне написали в комментах, мол, Владислав, как бы, там, попрыгайте снизу домика, калаш заберите, я его забрал. Плюс уже сходил за инвентарезом. Я не думаю, что это какие-то супер важные вещи. Единственный нюанс, который хочется повестить, то, что там возле, собственно, винтореза лежат трупы ученых, которых мы, собственно, ввели в начале игры, когда у нас был этот пролог, когда была картинка, мультик этот. То есть здесь это все добавили. Здесь вот это все расширили, дневник, вот эти вот моменты с трупами ученых, то есть, что все это есть. Какое-то, знаете, такое более офигенное погружение получается. Винтарь забрал, калаш, собственно, разобрал по деньгам нормалды. Я вот сейчас думаю взять парочку новых заданий. Здесь, оказывается, появились задания. У того же Лебедева есть, короче, доп-квесты. Сейчас, может быть, их сделаем. И после этого просто помчим сразу на кордон, потому что я от болот уже устал. Единственная беда, я вот сейчас не знаю, ремонтировать ли винторез. Потому что... Ну, почему раньше винторез не ремонтировали в самом начале игры? Потому что не было на него патронов. СПшки появляются аж что-то, по-моему, у долга или у свободы. Причем от какого-то количества, получается, ресурсов группировки. То есть придется на группировку работать какое-то время. Плюс из того, что я заметил, кстати говоря, здесь вот видите, некоторые вещи сразу прокачиваются. То есть раньше была система флешек, походу ее убрали. Типа, наверное, она кому-то не понравилась, потому что ты можешь парочку квестов загамачить, флешки просрать и никогда больше свое оружие не прокачать. То есть тут видите, фул прокачки идет сразу, ну как бы окей. По ремонту 9600, типа, это фигня, типа, у меня 17 тысяч, то есть спокойно здесь чинимся, как бы это ничего не стоит. Но вот, что касательно дальше, я пока не знаю. Короче, посмотрим. Вряд ли, наверное, у одиночек будут патроны на него. Но отремонтируем, отремонтируем. Может, по каким-то тайникам что-нибудь найдем. Потому что, как бы... Опа, задание новое. Руины... А, руины деревни. Защитить лагерь. Прошло 5 секунд. Родились новые фиксики. Они пошли атаковать. Ну, ребят, я вам не помогу, как бы. Разбирайтесь там сами. Так, ладно, поехали. Сейчас возьмем туда парочку квестов у лебедях. И сделаем их, и помчим на кордон. Потому что от болот уже подташнивает. Товарищ Лебедев, работу подыскивай. Боеприпасы отряда Чистого неба. Один из отрядов запрашивает по рации пополнение боеприпасов. Необходимо нужно быстрее. Сделаем. И вторая работа. Мутанты возле баррикад. Чем меньше мутантов, тем спокойнее. Да, сделаем. Все, побежал. Так, где эти задания у нас? Отправиться с проводником на кордон. Подожди, это не то задание. Получить боеприпасы у торговца. А, сначала надо получить боеприпасы у торговца. А мутанты это у нас... Ага, вот они, баррикады. Все, понял, там вроде бы кабаны были. Там, кстати, еще вокруг куча нычек. Благодать просто, сейчас все пособирать. Нычек реально дохера, блин. Но в них здесь что-то какой-то лут такой прям. Не то, что жидкий, но... Там что-то 80 тысяч еды. Не знаю, блин, одна аптечка. Лучше до аптечки клали, на самом деле. Потому что с аптечками проблемы. Еле-еле наш наскреб 4 штучки. Так, для меня 4600, нашивки фракции еще 3600, так, нет, это не то, боеприпасы будешь, давай, поторговать, ТОС непрокачанный продам, все остальное вроде бы мне более-менее нужно. У него брать особо нечего, а, ну аптечки сейчас возьму себе на всякий случай, то вдруг форс-мажор будет, а я теперь перегружен.
А, у меня, стоп, у меня два МПХи. Подожди, один какой-то целый, что ли, получается? Один не целый, да? До свидания. 300 дробей, но это тоже, что это такое? Что это такое? Зачем мне столько дробей? Обычные патроны на пистолеты я почти не пользуюсь. Нахрен продать. Все, идти могу? Замечательно. 72 килограмма веса, блин. Если там мутанты будут очень резкие, я хрен чего вывезу. Я просто буду получать по щам, и это будет неприятно. Эх, беда, беда, беда. Так, а доставить-то Патрики куда? Надо, подождите, что-то я не урубаюсь. На карте ничего не появилось. Куда патроны доставить-то? Отразить атаку, стоп. Куда патрон доставлять? Вот сюда, что ли? Ох, ни хрена себе! Доставить боеприпасы в жопу. Ну, там проводником, конечно, можно выйти к мехдвору. Ну, Леха, не ближний свет, я вам скажу. А, мутанты здесь уже появились. Мне показалось сначала в другом месте. Это как раз-таки за территорией подсоски. То есть сейчас надо будет идти сразу на сгоревший хутор. Понял. Вообще не ближний свет. Так, куда мне что-то вести? Сгоревший хутор. Поехали. Единственное, что радует, это что бесплатные проводники. Как бы благодать. Так, сначала мутанты, потом, наверное, пойду знать. Хотя неправильно, на самом деле, перечень действий. Прям, будем честны, неправильно. Я в перегрузе, сейчас идти в жопу мира. Кстати говоря, тут у нас артефакты есть, но с этим откликом лезть туда... Ну, прям, короче, будет средней паршивости, я бы сказал. Не, не полезу. Мне кажется, пока у меня отклик, я никуда вообще лезть не буду. Что-то нету желания особого. Как говорится, желания бешеного не имею. Блин, перегруз реально лютый. 20 килограмм рюкзак, ну, понятно, тут... Не состыковаться вроде как никак вообще. Айдулин по 100 грамм особо не скинем. Задание провалено, защитить лагерь. Ну все, как бы, стандартная схема. Я говорю, стандартная. То есть я этот лагерь, который вот руины деревни. Там, наверное, надо как-то одновременно захватить и его, и лодку, и который у вагончиков. То есть если ты этого не делаешь, то ну все, как бы. Через секунду приходят ребята и захватывают в ответ. Они там по чекованиям, падла, размножаются. Опа, это что такое? Флешка с информацией о модификации Гроза, Тимка Команч. Охренеть. Вот те нате. Так. Вот такие, конечно, нюансики мне нравятся на самом-то деле. Прям очень даже ничего, я бы сказал. Тайничок. Ну, этот получше, чем предыдущие. Я, кстати, там уже на пределе просто граммов. Еще вот 100 грамм, я не смогу идти. А здесь перехода, блин, нету смежного. Только по воде. В смысле, а что меня захеровило так? Не понял. Не понял. Что? Это типа от перегруза меня так жахнуло? Или почему мне сейчас захеровило-то? Весело у вас здесь. Ладно, больше бегать не буду. Так, по мутантика. Кто у нас здесь? Кровосос! Блядь. Вообще не готов, брат, я не готов бегать. Ну и дерьмище. Блин, это чистое небо. Если они не пофиксили здесь эту херню, то здесь кровососы бессмертные. Если я не ошибаюсь, кровососы здесь реально бессмертные. Ну, в смысле, бессмертные, пока они невидимые. Чтобы его убить, это чтобы он вышел из инвиза. По-другому никак. Это куда он умчал? А, ну, маэстро, профессионал просто, стаж 44 года, оказался довольно просто, отпрыгнул от удара, ударил в ответ, все понятно. Так, здесь просто новички валяются, ничего такого прям нету. Но, блин, теперь я буду знать, что здесь есть новички, которые с суперресурсами могут быть. Как парень, которого мы только что нашли, какой-то ветеран-одиночка в суперкостюме, который дал нам флешку. Все-таки система флешек, получается, осталась. Типа супер-мега-ультра-уникальные прокачки только с помощью флешек будут делаться. Возможно, их просто убрали из заданий и добавили в именно вот такие трупы. Для того, чтобы можно было их находить и прокачиваться. Блядь, тут нычки появляются просто повсеместно. А здесь пачка бандосов. А здесь ребята, которым я должен отдать боеприпасы, они пошли в атаку. Бляха. А эти ребята выдвигаются на стоянку. Просто какой-то постоянный ультра-мега-движ. Но если сейчас ребята сюда выдвигаются за насыпь, ну давайте попробуем им помочь, что ли. Сейчас заодно покинычку заберу. Блин, не могу нормально ходить, вот что бесит. И патронов, кстати, в винторезе не было нихера. Печалька.
Интересно, кому понадобится эта флешка с ОЦ Грозой, скорее всего. Информация с ними делающая дополнительную стабильность пули. Дополнительная стабильность пули, стоимость флешки 9 косарей, скорее всего, долгарям. Я думаю, долгари за нее будут готовы убить. Типа, стабильность полета пули на Грозе, это же просто то, о чем они мечтали всю жизнь. Ага. Блин, берет это вообще вкусно, но я теперь не смогу идти. ПБшка, прости меня, родная. Придется тебя выкинуть. Задание отменено, стоянка на камышах. Да в смысле отменено? Блять, они слишком непостоянны. Секунда прошла, уже отменено. Блять, выпить. Водку скинуть. Ходишь здесь? Двойное наслаждение получили. Так, нет, берет, кстати, это хорошо. Блин, я, короче, пошел сейчас, наверное, на мехдвор. Возможно, сейчас даже пойду для начала на сгоревший хутор. Там возьму проводника, и он достает на мехдвор. Мне впадло идти. Я слишком медленный. Потом мы пойдем, собственно, к проводнику, потому что точки я уже захватил. И просто сюда будем выбираться. Типа, я не знаю, невозможно это захватить. Вот этот вот, не знаю, трезубец, который у них образуется в левом углу. Они там прут и прут и прут и прут. Я уже раз пять пытался это сделать, но не получается. Так что пошли не в жопу эти ренегаты. Война группировок у нас все равно выиграна. Сила группировки наша максимальная, здесь все хорошо. По статистике группировок. Долгость противоречия, свобода немножко потеряла людей. Нейтралы стали немножко посильнее. Бандиты обосрались, чисто небо вырвалось на пятое место. Ренегаты стали просто ничем вообще. Просто пфу, мусор. Сила группировки ничтожно мала. Максимальная лень. Чисто 15 метров тебя провел. А, так здесь, что? Вот тебе максимальная лень, блин, пришел здесь. Атакуют базу опять. Постоянный движнецкий какой-то происходит. Просто постоянный. Где он? Тут у нас, кстати, трупы. У нас конкретные трупы. Брат, ну это все. Это конечно. Немножко подождем. Постоянный пресс. Слушайте, я реально начинаю от этого уже уставать. Чистое небо, блин. Расширенная версия, собственно, у ГСМ, которая делает твою жизнь еще хуже и больнее. Так. В гитары валяются, наверное, я забирал с какой-то нычки, потом выбрасывал, потому что 1,5 килограмма как бы гитар. Так, брат, брат, стой, 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 забери 20-килограммовый ящик, он теперь твоя проблема, пожалуйста. Все, зашибенно, сейчас на базу, забираем награду за это задание. Идти могу, 20 килограмм веса, теперь встал на свои места. Кстати, в какой-то нычке нашел патроны себе бронебойные на СВДху. Уже не помню, в какой нычке точно, но в какой-то нычке, короче, было. Здесь просто столько нычек на карте было, что я уже позабыл некоторые из них. Ничего не поделаешь. Так, товарищ проводник. На базу чистого неба. Полетели. Чего тебе? Все, финальное завершение этой базы. Так, сейчас немножко распродамся в плане хавки. Вот это вот, я не знаю, наверное, сейчас МПХ продам, потому что у меня под этот патрон появилась беретка. Я буду с нее гасить, пистолет очень сильный. Работа конь есть. Доставить пакет продуктов от Сидоровича. От Сидоровича. То есть мне сначала надо сходить сейчас к Сидору, а потом вернуться сюда и доставить тебе обратно это, да? Так получается? Чтобы прокормить целую базу, приходится покупать продукты питания оптом из Сидора. Отправляя к нему надежных проверенных курьеров, ведь у него прямые поставки за периметр. Это означает минимальный риск отравления подсочными консервами или просто пленкой. Берешься? Я, конечно, возьмусь, но, братан, я буду с тобой честен, как бы я вряд ли прям сразу побегу к тебе в обратную. Может, потом к ним на болото пойду, конечно, заскочу к тебе, но... Вам придется какое-то время точно подождать. Так, поехали. А, но нам все равно возвращаться еще к каланче заданиями от химеры, артефактов. Вот, если вдруг найду. Так что я думаю, еще принесем. Не беда. Говори. Так, товарищ, по поводу задания. 5000 получил. Еще работа есть. Логу мутантов на лысом острове. Ну, можно, конечно, взять, но... Лысый остров это вообще где? Блин, это здесь тоже близко. Хочется это делать, что ли, сразу. Изи бабки получается. Да, с другой стороны, на что я сейчас эти деньги коплю? Я коплю, коплю, не понятно, на что, как хомяк, блин. Надо уже продвигать потихонечку сюжет. Короче, нет, поехали, сначала сейчас сделаем что-нибудь на кордоне. Потом еще потом с продуктами сюда вернемся. Так, нашивки фракции, что-то для меня ничего нету. В смысле? Я там спецзадание, блин, делал, ничего нету. У него костюмчики были снова по 30 косарей, но спасибо, но нет. МПХ продаю. Сейчас тело мутантов пусть будет у меня, все остальное, в принципе, у меня остается. Патронов у него так и не появилось на винторез. Я вот не знаю. Меня это, честно говоря, пугает, потому что я уже 10 тысяч вложил этот винторез. Я сейчас не смогу с него стрелять, то это будет прям вообще больно. Это будет прям максимально больно, я буду плакать и рыдать. Что у тебя там?
Так, нашел информацию, можете родиться тебе в хозяйстве. Я отдал ему, получил 3000. Ну окей. Я все равно не факт, что буду с грозой играть, поэтому. Так, точность, отдача, точность. Здесь настильность. А здесь у нас что? Вес. Все это по 2000. Я думаю, пока есть прокачка, надо прокачаться. А, вот для этих уже вторых уровней нужны флешки. Все, я тебя понял, братан. Тогда прокачаемся пока так. Костюм на ремонт, тоз на ремонт, калаш на ремонт. Улучшать не буду, беретку. Вот беретку я бы на самом деле улучшил, потому что пистолет ходовой. Так, скорострельность это вес, это что у нас? Отдача это настильность. Настильность важнее всего. Подожди, это смена калибра, что ли? Настильность, там просто значок был какой-то смена калибра, я же пересрался немножечко. Точность и еще раз точность. Все, зашибись. Винторез прокачали, это прокачали. Здесь ПНВ, слот под еще один артефакт. Ну, пока, короче, можно поставить. Не факт, что я прям быстро сменю этот костюмчик. Мне, в принципе, пока все устраивает в нем. Но больше, наверное, бабосы вливать не буду, если еще ставлю для себя, для общих расходов. Все, короче, вроде как завершили всю свою эпопею здесь, так что можем двигаться на кордон и верить просто в лучшее. Здание отменено, руины деревни. Ну, зашибись. Постоянно, я говорю, я уже на них просто не реагирую. А, они сами захватили. Ты глянь, что происходит. Значит, когда я там потел, все было прям потным потом. Сами захватили точку под этим, под поездами. Сами захватили здесь. Слушайте, может надо просто дать какое-то время, и они сами все сделают. Я пытался, наверное, может как-то слишком быстро все переиначить. А оно типа надо по-другому. Так, южный хутор. Та-дан-тан, та-дан-тан. Не знаю, почему петь захотелось. Что скажешь? Так, привет, я брат. Я тебя слушаю. Да, на кордоху. Ты стал на лучшим ребятам, уважаю. Я уже забыл, как это, спокойно болотом ходить. Но спокойно, как для топеи на краю зоны. Ладно, не о том разговор, потопали. Угу. Спасибо за предупреждение, дедушка. Так, старый добрый Сидор. Вот сейчас будет жопедзо, так как я играю на мастере. Начинается потоотделение. Поехали. Пройдем с первого разряда, делаем ставки. Так, подожди. Тут раньше была дырочка, прямо здесь вот. Да. Все. Да в смысле? Я же уже пробежал. Пыточка номер два, блин, на самом деле там уже проскочил, блин. Тут просто, я помню, эта штука была закрыта, потом в каком-то из патчей в сталкере эту калитку открыли, чтобы можно было пробегать нормально вот здесь. Потому что раньше здесь нельзя было пробегать. Да все, тихо, ну затаись ты, мужик! Все, свалил. Блин, конечно, сейчас немножко просадил себе костюм. Сразу захилялись. Кровоточка не сошла. Ага. Нет, блин, братан, я просто так шел мимо, думаю, заскочу на огонек. Перли нет. Раньше, короче, я помню, нельзя было тут пройти, этой дырки не было слева от дерева, нужно было только под деревом, ломая эти ящички. Потом то ли разрабы в каком-то патче это сделали, то ли мододелы захерачили. Тут отодвинули одну из плашек карту, которая закрывает, чтобы можно было сразу побежать, потому что невозможно пройти. Ну просто невозможно. Так, ладно. Кордон, милый дом. Тут уже поприятнее все стало. Хотя по FPS на самом деле все равно беда какая-то. Я перед следующей серии, наверное, поработаю. Может, сами директ надо будет сменить на какой-нибудь, не знаю, обычный. Сейчас стоит там 10-й с улучшениями. Что-то прям тяжеловато игре. Слишком много. Но это стандартное чисто небо. Движку просто ему супер сложно из-за количества объектов. Дохерает вот эту армия сталкеров. Блин, на карте это постоянное передвижение. Вся карта подружается, вся карта двигается. То есть, видите, это пипец. Да если Мизери лагает, который уже 10 тысяч раз переделывали на новые движки, чтобы у него там работал Alive по всей карте, то что говорить про чистое небо, хер мне каких годов. Так. Здравствуйте, товарищ Сидор. Здорово, рад тебя видеть. О, тут нормальная моделька. Давай о деле поговорим. Я просто вспоминаю этого казака-разбойника из чистого неба, которая моделька у него там была сделана. Привет, этот прям красавчик. Рассказывай, каким ветром тебя сюда занесло? Так, говорят, у тебя недавно был сталкер, интересовался редкими деталями, припоминаешь? Да у меня за день столько сталкеров бывает, всех и не упомнишь. С какой радости мне голову ради тебя напрягать? А что могло бы освежить твою память? О, деловой разговор пошел.
Это другое дело. Слушай, так, ладно, сюда. Тут, короче, поставки военные. Что нужно сделать конкретно? Сталкером. Эти Робингур... Все, понял. Уснул, что ли? Кацу Валерьяну, Кацу Валерьяну залети, понял. Так, торговать, первостепенно смотрим. О, все, я доволен, у него СПшки есть. 1300 за пачку. Причем пишется 1100, у него там наценка какая-то сумасшедшая. Бляха, ты че? Блин, да сейчас придется КСУ продавать, получается. Блин, я, наверное, тогда патроны с винта этого, со СВДшки буду как зеницу ока хранить. Потому что, как бы... Ну, как бы они очень дорогие, получается. Если с патронами вообще какая-то беда. Так. Сколько бы мне их взять, честно говоря, сейчас думаю. Вряд ли я буду винторезом орудовать как оружием ближнего боя. Для этого будет ТОС на какое-то время, поэтому... Но для снайперского режима, я думаю, мне... Три пачки, 180 патронов должно хватить за... Хотя, ладно, куплю все уже, на 5000, хер бы с ним. Так, аптечки, у меня тут вообще все есть. Как в Греции, бля, братан, спасибо, что у тебя все есть. Энергетосы давай сюда. Хавка, это, наверное, лишнее будет. Патроны 9-19 бронебойные. Мне столько на пистолет точно не понадобится. Я столько просто не стреляю физически. 100 патронов оставлю, как бы харе. 7000 на продажу. Аптечки у тебя почем? 550, но там они, получаются гораздо дороже. Да, эти по 1100, это вообще жопа. Наверное, одну такую возьму. Распродались, 10 косарей, собственно, наша на то и вышла. Все, замечательно. Так, по поводу задания, давай смотреть. Не забывай, я все так, еще жду кейс. Пришел за продуктами, ты должен быть в курсе. Нет, наверное, продукты пока брать не стану, потому что сейчас будет там перегруз жесткий, поэтому пока что не до этого. Подыскиваю работу. КПК пропавшего сталкера. Периодически просят искать пропавших товарищей. Найдем. Работа зомбированного завалим. Больше вроде ничего нету, да? Что можешь мне предложить? Ничего интересного. Работа. Что здесь происходит? Расскажи о себе. Скромничаешь. Ну, тут вроде бы все. Пока что он ничего предложить не может, потому что он с нами типа не в ладах в отношениях. Так, еще два энергетоса, наверное, куплю. Они, кстати, дешманские. Все, шикардос. Блин, может пока скинуть сюда эти патроны. Надеюсь, не украдут на самом деле их. Я, правда, эти бронебойные и прицел с калаша, наверное, пока скину. Пусть здесь лежит. Нам оно не нужно, но это, блин, 3 килограмма веса, как бы, сами понимаете. Надеюсь, что не спиздят. Будем верить честных сталкеров. Так, винтарик, иди сюда. А почему 0 патронов? Ах ты ж, бляха! А он только... Подожди, он только бронебойными СП-5 и СП-6 херачит. А это пап! Ах! Наемник. Как удар по яичкам. Он только бронебойными СП-5 и СП-6 долбит. Спасибо деду за победу. Минус 5 косарей еще. Ладно, потом пригодятся. Может, вал появится. Или гроза на худой конец. Найдешь кейс? Быстро тащи его мне. Понял, притащу. Так, ладно, винтарик. Надеюсь, ты как бы отработаешь себе боссы. Я буду в это свято верить. Блин. Здорово, так, проводничок здесь, кстати, тоже есть сразу, да, который ведет нас куда хочешь. Куда может вести? А, тут уже все платно начинается. Халява закончилась. Дальше все опции платные, это я понял. Кстати, я что-то сейчас не посмотрел, у этого Сидора был детектор более офигенный. А то что я не глянул нихера, это трындец. Просто энергетиков и насыпало. Подходи, пообщаемся. Товарищ Волк. Тут садок для новичков, а не легионников, парень. Задание обнять Сидора, нужно к сталкерам на базу смотнуться. А, вот я даже сразу нас пью. Там, это, настоящий райд для сталкеров. Спасибо. Есть какая-то работенка для меня? Один из моих ребят никак не может смириться с тем, что его считают новичком. Решил одиночку пойти на... А, ну это, кстати, это, где его искать? Это не вопрос, это сейчас сделаем. Это хорошее задание для отношений, типа, с ребятами. Так, новичок, честно, успел найти тайник уже. Это по поводу тайника за 1600. А все-таки что там лежит, понятия не имею. Блин, ну такое себе. Брать тайники, где ты понятия не имеешь, что находится внутри, я не хочу. Это слушай, неприятно. Тебя. Можно мимо кассы пролететь. Опа, общак. Я чисто вот так возьму пока патрончики, все остальное мне не нужно. Сейчас все сделаем. Все, житуха сталкерская пошла, как говорится. Здесь забирать вроде бы нам нечего. Вот эти задания очень нужны для отношений, потому что, короче говоря, как вы заметили, наценка идет очень большая. То есть пока тебе ребята не друзья, пишется 1100 в ценнике, по факту Сидор продает за 1300. Ну, типа... Может, конечно, это просто он жлоб, ну, чисто в теории. Но мне кажется, это не так. Надо будет еще глянуть все-таки относительно медведя. Нужен медведь, потому что с откликом это я далеко не уеду. Это просто херня. Так, это же военные, да, здесь военные. Блять, жестко.
Так, тихо, только не жираем его, братан, успевай, живи как-нибудь. Тихо. Раз. Я промазал, а он сдох. Момент. Так, тихо, где-то задание, я потерял его. Быстро. Сейчас типу этому залетаем, пытаемся его спасти. Но это сейчас было, не знаю, максимально некрасиво. Какого черта, братан, ты так резко откинулся? Он по факту откис. Так, тихо. Надо пару собачек на меня. Есть контакт. Тихо, пистолет пошел в ход. Все, супер. Слушайте, FPS-то тысячу раз просто лучше. Я сейчас сменил с 10-го Дирекса на просто на обычный, возможно, типа, на 9-й улучшенный. Вообще все стало прекрасно. Так, давай. Набирай булочки. Подождем еще для гарантии. Все, сопроводи сталкера, пошли, давай, домой. Брат, домой, герой. Поехали, мчи. Дуй, Амстрикс, дуй. Шутка из Стрикса и Бликса, миссия Клеопатра. Куда он пошел? На базу с сталкера, что ли, собрался? Тебя вроде волк зазывал. Алло, дядька. Верни, пожалуйста, налево. Ага. Бля, аномалии, конечно, красивучие. О, лагерь чей-то. Может, что есть внутри? Там какой-нибудь тайничок, хабарок? Нет? Опа! Товарищ военный лежит. Рядовой Неприцкий. А калаши целый продать можно? Блять, калаш целый. Он целым был, наверное, в прошлом веке. Так, догоняем. Блин, мне кажется, с этим вообще проблем не будет. Я сейчас что-то подумал, что там ценники конские, там, по 200 косарей за севы и так далее. Но если так подумать, сейчас как мы зайдем вглубь зоны, начнутся, типа, настоящие трупы. Такие реальные мужицкие трупы. И то, что там воняли. И, да и воняли, и валялись ренегаты, у которых там, ну, херня-мерня по факту была. То есть шмотка у них там просто дресняки, трусы ободраны. То тут, прикинь, сейчас у нас будут отряды, там, после битвы, там, группа военных умерла, там, спецотряд, блин, у которых там абаканы, броня, бабки, ну... Можно тражиться миллиардами. Так, как ты просил. 500 куп... Ну это ради чисто авторитета работали. Больше вроде бы работы нету, да? Я понял. Ну это так, это больше ради авторитета работали. Вроде как. Плюс там еще ж награда будет от сталкеров, если не ошибаюсь. Так, ладно, мне в Западлинского идти столько пешком. Я человек, как говорится, при деньгах. 6300 это вам не нули на счету. База чистого неба, руины и деревни, механизаторский двор. Подожди, это чувак с чистого неба, что ли? Нет. А что у него все переходы на болото? Слушай, что? Я понял, это контрольный парень, который водит только по болотам. То есть сейчас придется первый раз идти пешком все-таки. Ладно. Хорошо, побежали. Да, почти нашли. За месяц пошел сразу. Здравствуйте, товарищи. Ой, хорош. Что винторез творит этот окаянный? Тихо. Супер. Просто супер, сказка. О, он прям четко. Вы видели, как он стреляет? Я доволен. Я максимально. Оп, а вот и калашик качественный под прицел. Я поэтому свою кисуху и продал. Так, ну мы, короче, успели зайти на территорию, уже все, уже враги военных, ничего не поделаешь, как бы жизнь такая штука, еще калаш. Ай, хорошо-то как пошло, я про это и говорил. Сейчас бабосы потекут трикон, сейчас смотреть по состоянию оружия будет. Какое можно продать, какое нет. На этом, видно, можно будет заиметь бабки. Данные, о, кстати, сейчас, наверное, стоит эту херню попосчитать. Потому что вроде как многие люди написали в комментах, что, мол, это интересно, реально, дневник, типа, мысли именно самого Шрама. Чертовски интересная штука, и мне тоже бывает интересно. Там единственное, тексты очень большие, но... О, тут парень немножечко, так сказать, позе лотоса умер. Дерьмо случается. Так, тайников новых вроде не появилось. А ну, может сейчас реально зачитать эту инфу, которую мы там получили. Где у нас наш ПДА был? Месть Сидорович. Вот и довелось познакомиться с местным знаменитостью. Сидоровичем кличут. Деловая жилка явно доминирует над совестью, но мужик солидный. Было бы неплохо закрешиться на будущее, без заказов уже не останешься. Судя по лоснящейся самодовольной роже, все связи имеются. Тут тебе и военный под боком, но его не трогают. Препараты такие навороченные тратятся на тебя с потолка, с полок, что сомнений никаких явно у него ученым под колоколом. Иными словами, стоит поднапрячься и себя показать. Потом и адресами обменяемся. Понятно. Видите, то есть он как... Это очень интересно, это раскрывает персонажа. Он со стороны наемника смотрел на него. То есть мы-то играем с наемником, он пришел такой, опа, Сидор. Парень знаменитый. Осмотрел полочки. Препараты от ученых офигенские. Товары прям хорошие.
С военными явно контач есть, то есть, скорее всего, ну, парень, ну, можно... Можно контракты заиметь. Не просто контракты, типа, там, принеси, подай, денег, не мешай. Контракты, типа, явно, что этот дядька, ну, фигурирует, так сказать, в чем-то более крупном. И будет кого-то заказывать. Так, что у нас дальше? Война на болотах. Пиши пропало, как я сам себе напорочил. Так получается все. Подбили меня разгребать навозные кучи под видом взаимовыручки. Всю жизнь только и дожидался, когда же это все это беготней в камышовних зарослях поразвлекаться. Например, чего не забыли в этой деревушке Погорельской. Даже крыш нет от дождя укрыться. Но народ добровольно под пули лезет ради этого сгоревшего хуторка несчастного. Главное, чтобы награды расщедрились. Иначе же я слиять не могу при первой же возможности, если пряником не подбодрить. И если будет временное влияние финансовой помощи, то можно еще малость разнять жиры. Понятно. Но это, ну, видите, ухмыляется опять же со стороны наемника, что, мол, за что они здесь дерутся на болотах? Про вот эти точки, то, что там просто разрушенные хутора, нету ни крыши, ничего. То есть, за что у вас здесь баталия ведется, непонятно. Но, по факту, наемник просто да еще не знал, Шрам, зачем это все делается. Потому что Чистое Небо занималось этим делом для того, чтобы, ну, отконтролить территорию болот, чтобы их просто никто не трогал и не видел. Они не ради наживых захватывали. Так. Погибший сталкер, опять мутант с флешкой, информация для ПКМа, для пулемета. Блин, слушайте, надо будет трупы прям все осматривать, потому что флешки валяются. Вот так вот парень умер возле аномалии. Так, по калашам поехали. В хлам поломанный, средней паршивости, тоже не очень. Эти даже смотреть не буду, просто разрядим и продадим. То есть самый кайфовый из них это центральный вроде бы, да? Понял. А я прям перегружен идти не могу. При этом у меня 12 энергетиков. Еще и пачки денег с собой есть, на всякий случай. Пачка денег низкого достоинства до 100 рублей. Почему низкого? Я хотел высокого достоинства. Чтобы было до 1 000 000 рублей. Так, охрана стоит, какие-то грустные ребята стоят. О, проводнички появились нормальные. Ребята с калашами. Так, поговорить с лидером базы. Сейчас, ребята, сейчас поговорим с лидером базы. С товарищем Валерьяном. Не знаю почему, но мне почему-то атмосфера Чистого Неба нравится очень сильно, хотя я понимаю, что для сталкера война группировок это какая-то чушь. Она могла бы, знаете, быть правдой, если бы это была не предыстория сталкера День Чернобыля, а постфактум. То есть в момент, когда открывается проход в Припять, все ринулись к центру, и вот битва за поход к центру. Блин, как отдельно DLC можно было бы сделать. Здорово, наемник! Так, я от Сидора. От Сидоровича говоришь? Значит, ты про командира в курсе, да? Так, ну мне посоветовали, что все-таки все эти диалоги уже видели по 1000 раз. Если диалоги старт, лучше просто прокликивать. Ну, так что, если кому-то будет интересно, ребят, то просто на паузу ставьте. То есть, поговорить сейчас с военным. Но мы просто это уже видели 1000 раз. Так, по поводу работы. Бандиты, логово мутантов. Конечно, брат, конечно. Все сделаем. Хорошо, обосновались. Как видишь, да. Заботу. Предложить, может, кое-что. Тайник за косарь 200, что внутри. Понятия не имею. Тогда не интересует. Что здесь так произошло? Как тебе сказать? Работали сталкерство, вступить в клан, пока не хочу. Понял, все. Быстро, уверенно, поговорили про это. Телепатия, ребята, телепатия. Мы сразу поняли друг друга, я посмотрел на его потрясающие усики, такой, елки-палки, все понятно. Так. Что могу предложить? Товарищ Шилов. Если не нашел, чего искал, извиняй. Товарищ Шилова, тут уже все в порядке. Так, заря за пятнашку, всего-навсего. Калаши уже имеются. Патрошки еще на мой винторезик есть. Но ничего такого вау прям здесь не вижу. За 1200 это всратая куртка. Есть Элка с прицелом с устроенным ли Энфилд. Но мне она нахер не всралась. Калаши покупает все, даже самые поломанные. Они стоят денег. Обалдеть. Я пока, наверное, продам, а там дальше посмотрим. Мне кажется, я смогу найти получше калашек. Поэтому особо пока впариваться не будем. Хотя патронов на калаш уже просто огромное множество. Но на этом, опять же, особо не разбогатеете. То есть сдали столько стволов и получили 4200. Такое себе. Так, по поводу нашивок. Сталкер, что тебе нужно? Вот на нашивках прям нормально бабки поднимаются. Чем-то могу помочь? Может, понимаешь, вы только что свою базу строили. Значит, территория бандитов без проблем. Понял. Снесем бандитов. Развалины хутор, это херня. Редкие товары. Те же самые, да? А, нет, у него другие. У него ЧН-3Б, СКАТ-9М, СКАТ-9М. Это ж вообще пушка. Для боевых действий это просто сказка. Но, блин, за такие деньги это... Для меня ничего нету. Привезти товары, это счет бандитов. Предложить, что можешь. Тайник, сколько будет стоить? 1800, что внутри, понятия не имею. Заходи попозже. Блин, ну косарь 800, это дорогой тайник. Может быть, еще стрельно взять его?
Блин, ладно, давайте возьмем его. Косарь. А, и заплатили косарь 400? Что? Другой тайник, что ли, уже боился или что? Странная херня. Ладно. Кстати, товарищ решил прокатчик. Решил улучшить что? Или поломку исправить? Годится. Так, флешечка есть. Вот у меня для ПК... Да, да, займет она. Получили бабосы. Извини, если не сильно помог. По поводу прокачек ничего нового не появилось? Абсолютно. Все, я тебя понял. Бля, они тут эту штуку пофиксили, то что здесь теперь все техники могут ремонтировать все группировки. То есть чистого неба этот парень тоже ремонтирует. Раньше было так, что чистоневские броники только чисто небо ремонтировало. Чего? Ну чё, харчмякер? Чего уставился, козел? Короче, говори ещё как есть, и я пойду, и ты пойдешь, и все пойдут. Смейся, смейся. Если охота узнать, где я кейс с хабаром спрятал, ничего нового, даже так. И сколько стоят твои... Баба с возу. Кобыла в курсе дел. Вообще, на самом деле, диалоги, они прекрасны. Я бы хотел их послушать, но это будет реально слишком долго. У нас это прохождение затянется на многие тысячелетия, поэтому простите. Но мы их и так знаем, что он там, типа, говорит, наемник, я тебя могу нанять, как бы, братан, братишечка. Сука, твои услуги стоят, а я такой ему, типа, слышишь ты, я тебе не какая-то проститутка, типа, с дороги, блядь, с шашеечки. Я дорого очень стою, он такой, ну все туда, блядь, расходимся, как море корабли. Ну как, узнал что-нибудь интересное? Не, упирается, где кейс, это алдычи, что ребята не просят, обязательно спасут его. Конечно, спасут. Им же эта крыса до черта денег должна. Он все операции сам проводил, а денежки в тайне их прятал. Хотя... Слушай, родилась у меня одна мысль. Значит, на деле у него есть только двое надежных людей. Служат они вместе на блокпосте, да еще и в доле с ним. Поэтому понятно, понятно. Сделаю, братан, наемник, все сделаем. Тебе придет... Все сделаем, братан. Кстати, сейф Валериана появился знаменитый. Забираем сразу тайник. Все, все сделаем, дружище. Так, снести на элеваторе пацанов, снести бандитов здесь. Я тебя понял. Поехали, наверное, бандитов снесем. Хотя, блин, темно, нихера не видно. Я бы, на самом деле, сейчас поспал перед спецоперацией. Может, можно это дело провернуть? До утра прям здесь сейчас лягу. До утра. Слушаю тебя. Дождь пошел, блин. Сейчас проснусь с пневмонией. Как же мне плохо было спать, пацаны, вы бы знали. Так, что я хотел сделать? Я хотел первоочередно похавать, запить чаечек с утра ободряющий. О, вот теперь ништячок. Поехали, повеселимся сейчас. Ну, бандитам сейчас явно не понравится, что будет с ними делать. Я боюсь, они просто не готовы к такой ситуации. Ситуация называется, я работаю с километра, а пацаны просто отдыхают. Раз. Ой, зашевелились, пацаны, зашевелились. Прям очень быстро. Два. Попал же, была кровь. Три. Что? Чего он там сели, встали? Блин, винтарик, конечно, в этом плане творит просто грязные вещи. Они такую амуницию просто глаза не видели. Он там выползает или что? А он встал. Бля, какой-то бронебойный хер попался. Все, они запомнили урок на всю жизнь или там что-то жив? Один парняк там что-то кряхтит. Блин, ну это мерзко было. Бандиты реально таких амуниций просто никогда в жизни не видели. А, он жив. Ну все. Бля, капец, побежал, короче, там уже ребята начали штурмовать. У меня аж вылет произошел. Походу они там сейчас доделают спецоперацию без меня, блин, с захватом этих заложников, че убийством пацанов. Сейчас я не успею подойти, как бы, и будет жопа полная. Будет неприятно. Надеюсь, сейчас успею хотя бы одного убить. Просто ради знания. Пацаны, тормозите. Не убивайте всех военных. Вижу военных или не вижу военных? Нет, это сталкеры. Тормозите! Где военные, военные? Одного буквально шлепнуть и все, задание будет выполнено. Mission complete будет. Вижу его. Все? А, так там их дохерища тормозит, тут их просто тьма. Оу, щит! Я был близок к смерти. Просто максимально близок. Тихо. Нормально. Блин. Слушай, надо было больше патронов брать на винторез. Я воюю им даже вблизи, как бы патроны улетают. Нет, оставь ее себе. Просто оставь ее себе. Слева парень есть. Есть парняга. Тихо, дружище, ну выйди. Отлично, раз. Блин, винтарик, конечно. Я не знаю, до сих пор не могу долюбоваться им, он прям прекрасен. Он как бутон роз. Есть контакт. Награду получить. Место свободно. Отряд военных уничтожен.
Да блин, дружище, тормози, я так быстро не успеваю за... Ох, нихера, я про это и говорил. Сейчас попрут военные с абаканами, и деньги потекут рекой. Как бы, что может быть лучше? Блин, надо бы все сначала распродать еще на самом-то деле. А они уже все, они уже пошли в атаку. Ну что это такое? Ну пацаны! Пацаны! Да тормозите. Кстати, даже у этих увольников почти у всех калаши, слушайте. Группировка оказалась не такая уж детская. Блин, я не могу уйти, ну просто так, как бы тут... О, аптечки появились наконец-таки, ты посмотри. Ну, нычка появилась какая-то у пацана, спасибо, брат. Сейчас захватим мы АТП-ху, сейчас всех отожмем, и на этом халец, как говорится, скрутится. Я до сих пор не перегружен, хотя уже на пределе. Ладно, побежали. Ага, только теперь нормально бежать не могу, к сожалению. Правда, энергетос решает многие проблемы, но... Так, а наши ребята уже все с двух сторон там делают бутербродик, я понял. Блин, если сейчас наши не заходили внутрь, я бы дал туда гранату, было бы гораздо проще, но наши уже зашли внутрь, вот в чем беда. А, в ответ все они кидаются гранатками вообще, типа, на ура. Так, тихо, ребята. Не вижу голов, а они здесь есть. Вот в чем беда. Тихо. Успокоили. У нас 200-й и 2-300-х. Голова сразу. Бля, этот винтарь просто... Винтарь карателя. Карательный винтарь. Тихо. Ой. Ты меня... Ай, две аптечки сожрал без одной, блядь, из бабуса улетели. Я случайно протыкал так. Я не хотел. Бляха. Бабосы в никуда. Мне хочется плакать. Слушай, сумасшедшие расходы по деньгам. Это что за спецназ? Брат, нет. Тихо. Идет, красавчик, идет. Уже не идет. Бля, один патрон в голову, что творит винторез просто? На это приходилось прям потеть с попаданиями. На, жри, говорит. Товарищ подполковник, спокойно. Гранатка прилетела? Казалось. Последний, все. Пушка. Ну и все. Красавцы, просто красавцы. Ща, братан, сейчас вернусь. Тут сейчас пару нычек проверю, старых. Может, что будет? Ничего раньше нету. Так, ладненько. О, тут, кстати, проводничок появился. Мы сейчас на базу добраться без побегушек. Это не может не радовать. Я думаю, ряд на этом мы эту серию закончим. То есть, типа, завершение с Халецким оставим на новую серию. А так уж слишком много получается по хронометражу. Поэтому на этом пока тормозим. Не знаю, мне пока заходит максимально весело. Не знаю почему, но в это весело просто играть. А что еще, как говорится, в принципе, нужно для счастья? Главное, чтобы весело игралось. Блин, трупы бандитов сейчас поисчезают, пока я приду к ним. Они, кажется, уже исчезли. Что не очень хорошо. Почему не могу его обыскать? Это невидимый труп. Труп, которого нет. 83 килограмма. Ёпс, тудей. Идти невозможно. Геркулесов у нас нет. Я понял. А, все равно его... Типа, бока настолько тяжелее, чем обычные КСУ. Так что ли получается? Да, буквально беру еще один патрончик и все. Я как бы улетаю в небытие. К сожалению. Но калаши, мне кажется, дороже будет, чем Ксюха стоить. Ксюха 4000, а этот 2000. Ну тут все понятно. Ладно, ребят, на этом заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи и пока-пока. Привет!